Не спеши выбрасывать старые флешки, которые уже вышли из строя. Посмотри, что можно из них сделать. К примеру, из флешек, у которых есть внутри индикаторный светодиод, очень легко можно сделать маленький симпатичный ночной светильничек. Снимаем колпачок с флешки, удаляем корпус так, чтобы светодиод оказался на поверхность. Затем нам потребуется небольшой вот такой блок, в который мы включим нашу флешечку, и небольшой вот такой адаптер. Светильник готов, можно его испытывать. Давайте включим его в розетку и посмотрим, как он работает. Сейчас он светит вниз, но давайте перевернем, чтобы нам было еще красивее его видно. Вот такой симпатичный ночничок-светлячок мы сделали буквально за считанные секунды или всего лишь за одну минуту из старой, уже никому не нужной и негодной флешки. Не правда ли здорово?